В Дании столкнулись поезда, 6 жертв. В пассажирский поезд врезалась оторвавшаяся от следующего в противоположном направлении грузового поезда конструкция. В Дании в результате крушения поезда на железнодорожном мосту погибли 6 человек. Инцидент произошел по дороге с острова Фюн на остров Зеландия, сообщает местное издание Эвизен в среду, 2 января. В пассажирский поезд врезалась оторвавшаяся от следующего в противоположном направлении грузового поезда конструкция. На момент происшествия в поезде находился 131 пассажир и 3 человека, которые им управляли. В Твиттер полиции Дании подтвердили гибель людей в результате инцидента. По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение. После инцидента мост Большой Бельт был перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного движения. Работу экстренных служб на месте затрудняет сильный шторм. Авария с поездом в Анкаре. Задержаны 9 человек. Напомним, 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в пешеходный мост, после того как столкнулся на путях с другим составом. Часть моста упала на поезд, 2 вагона сошли с рельсов. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.